Добрый день. У нас сегодня радостный день, радостное событие. Мы не так давно общаемся с Давидом, но улучшение у сына есть, улучшение налицо. И за много-много времени, за много лет. Саша почистил картошку, почистил сам, почистил очень аккуратно. Из последних наших достижений начал выходить из комнаты, больше общаться. Сам греет чайник, режет хлеб, режет колбасу, делает бутерброды. Для нас это большое-большое событие. Это все для нас удивительно и радостно. Ну, ждем дальнейших улучшений.